Всем здравствуйте! Сегодня я посетила два магазина. Это Галамарт и Фикс Прайс. Сейчас будут первые покупочки. Покажу это с Галамарта. Вот такие два пакета. Я показываю старую и новую покупку. То есть вот это вот 45 литров, 20 штук я покупала ранее. И была акция 29 рублей. Вот эти вот пакетики. Мне они понравились. Я повторяю эту покупку уже не первый раз. И они ничуть не хуже, чем вот остальные, какие я только не покупала, и в Фикс Прайсе, и в Окее. И, честно скажу, цена, ну просто великолепная. Это стоит 29 рублей. Вот эти пакеты, которые я сегодня купила, они 30 литров, 30 штук. Сегодня они стоили 39 рублей. Я вам покажу, что из себя они представляют. Ну, могу сказать, они крепкие. То есть, ну, понятно, что набивать-то особо не стоит, но вот это вот 30 литров. Так, с пакетами все. С мусорными. Это для мусора пакеты. Так, теперь пакеты, мешки с ручками, косовочные. Я купила... Я, конечно, понадеялась, что они будут побольше по размеру. Хотя здесь размер написан 14 на 43. Но как-то вот, честно, не знаю. Но для меня оказались, мне кажется, маловаты, что ли. Как-то рассчитывала я на больше. Вот такие вот мальчики. Ну, пусть лежат, пригодятся. Так, далее. Купила фольгу. Это вот в Галамарте цена, не соврать бы, потому что так не помню. 89 рублей, но здесь 10 метров. Я, конечно, не смотрела, сколько в Фикс Прайсе, но мне кажется, там тоже 5 метров. Но не буду утверждать, поэтому я взяла в Галамарте, потом обращу внимание в Фикс Прайсе, какая цена. Цена и метраж именно там. Может быть, там будет выгоднее. Но здесь купила 10 метров 89 рублей. Далее. Также Галамарт. Это вот набор решеток для раковины. Так как не уверена была в размере, взяла именно в наборе. Потому что там тоже по одной штучке продавались. Ну, посмотрим. Может быть, там ванну одну засуну. Это вот раковина. У нас это как расходный материал, куда-то они деваются. Просто покупаем, куда-то девается, неизвестно. Кто не признается, кто выбросил. Это двусторонний скотч. Ну, тоже как расходный материал. Пригодится. Сколько метров здесь, не скажу. Настолько мелко написано. Ну, вот такой вот скотч. Так. Вот эта покупка, я просто вот хочу рассказать, это было где-то, может быть, недели две назад я купила, 165 рублей вот это вот стоило. Мне она очень понравилась. Что-то там, тортик спечь, там взять, убрать, вот так вот, вот закрывает. Потому что у нас много животных, и которые без нас, любители где-то полазить, что-нибудь стырить, поэтому вот это вот просто для нашей семьи это находка, и мне понравилось. Не вот эти все накрывающие, которые вот продаются, да, во многих магазинах, потому что собаки, они у нас просто это вот скидывают, эти все накрывашки, поэтому вот это вот именно защелкивание мне нашей семье подходит. Теперь покупочки с Фикс Прайсом. Как всегда, туалетная бумага. Я хожу, ее всегда покупаю, потому что очень выгодная цена. В предыдущем видео я о ней рассказывала, повторяться не буду. Из новинок, что появилось в нашем магазине, у нас два Фикс Прайса рядом, где мы живем. И там бывает иногда новинки разнятся. Где-то что-то есть, в другом магазине другой ассортимент. Конечно, не сильно отличается, но бывает, есть разница.
Вот, и это вот такие вот набор горшочков для кактусов. Я, конечно, не буду кактусы сажать, я кактусы не люблю, это не мои цветы. Они у меня будут для вот размножения там черенков, там листочков, для цветов, в общем, как бы поставлю, чтобы было красиво, что стоит на подоконнике. Это вот такие вот горшочки. Они представлены в несколько цветов. Были красные, такие ближе к оранжевому цвету, голубые или синие и зеленые. Я, конечно, выбрала голубые, потому что этот цвет мне очень нравится. И на кухне будет у меня там все в этом тоне. Упаковано очень хорошо. Если как на подарок, так это вообще великолепно. Вот такие вот горшочки. Правда, нету поддона, конечно. Но тут надо будет думать, что применить, как украсить. Ну, решу. Пока вот так вот. Вот такие будут стоять, будет очень красиво. И они, как видите, у них рисунки разные. Вот. Ну, очень красиво, мне нравится. Это еще одни горшочки. Также для цветов. Также не было ни поддона никакого, ничего, к сожалению. Мне просто там были тоже различные расцветки, но мне именно понравились вот это, очень красиво смотрится. Поддончиком тоже что-нибудь решу. Да, смотрите, чтобы не было сколов, потому что я находила там такие вот как бы не очень это самое, поэтому выбрала вот как раз, кстати, вот этой расцветкой оставались всего три горшочка, быстро разобрала. Повторная и неоднократная покупка — это вот вакуумные пакеты с клапанами. У меня столько вещей именно убрано и очень удобно. Мне нравится, там есть еще с крючком это вешать, если в шкаф. Ну, у меня такие тоже есть, я повесила такие, которые вот упаковала одежду верхнюю. А это вот что-нибудь там, тоже что-то сложу. Вот один пакетик нужен, это меня муж попросил, там надо его будет убрать. И вот я для него купила. Следующее, это вот увидела видео одной девочки, она советовала, ей очень понравилось. Я решила попробовать, да, думаю, почему нет. Поэтому пока не знаю, рекомендовать не могу, попробую, понравится, расскажу. Далее, вот такие носочки. Ну, обычные носочки, написано хлопок. Коротенькие. Заколочка 55 рублей. Чем мне она понравилась, так как у меня волосы тонкие и сложно подобрать заколки, они все слетают. А эта, она очень удобная. Я уже раскрыла, была заклеена скотчем. Если так, у нас там война между собаками и кошками. Вот. То есть я уже примерила, на волосах держится очень хорошо, именно на моих тонких волосах, мне не густые волосы, и заколочка очень хорошая, держит хорошо. Ну, две корзиночки, это я уже такие покупала, также я на кухню поставлю на полочке, будет удобно что-либо доставать. Ну, они обычные, стоили, по-моему, 16 рублей, если я не путала, дешево и сердито. Также подсленники женские. Думала, что вообще носить не буду. Но, видать, возраст пришел. Понадобились. На этом все. Все мои покупки с этого магазина Fix Price. Спасибо всем за внимание. Да, забыла сказать. В IKEA проходит акция ножи. Коллекция ножей Тифа. Мы с мужем сомневались по этому поводу, думали, покупать, не покупать, там ходим туда за продуктами. И решили все-таки рискнуть, думаю, ну возьмем. Взяли вот такой ножичек, небольшой. Он стоил 399 рублей. Оказался очень хороший. Муж у меня в этом разбирается. Очень удобный, острый. Ну, это вообще сколько я уже там его режу, и он не тупится, в отличие от других ножей. Ну, которые до этого покупали. То есть, ну, кому надо, рекомендую.
Ну вот, такие вот ножи. Ну вот, на этом все. Спасибо всем за внимание. Если кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если кому-то не понравилось, ну, тут уже на вкус и цвет товарищей нет. Всего хорошего, мира и добра.